Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня мы делаем второй заказ в Сбермаркете. Так, я тут уже подписала комментарий. Арбузы по 3 килограмма. Я заказываю арбузы, 2 курицы, 4 пачки памперсов. 2 таких, 2 таких. Вот, потому что они у нас расходуются очень быстро. Дима и в обед их одевает, и ночью тоже одевает. Так. А доставка стоит уже 199 рублей. Первый раз была бесплатная, но там, получается, бонусами я оплачивала. Как бонусы скидка 200 рублей, вроде как. И в итоге я эти 200 рублей все равно плачу за доставку. Вроде как и скидка, и нет скидки. Вот. Ну, получается, сборка 99 рублей и доставка 100 рублей. Блин, такой мизер, что ли, получается совсем уж. Вот, ну, естественно, там было время, кстати, разное. Прям много-много-много времени. В прошлый раз мне привезли только на следующий день. Вот, а, ну вот, получается, видите, скидка минус 200 рублей, и в итоге 199 рублей я плачу. Вот, заказ у меня, короче, вышел на 3728 рублей, потому что там, получается, как раз у меня памперсы на 2000. Ну, блин, без памперсов никуда не денешься в итоге. В итоге мы все равно ими пользуемся. И в садик Диме понадобится, и все. Так, короче, ой, блин, я уже сказала. Хотела назвать карты курьеру, блин, и нажала на заказать. Ну ладно, значит, так надо было. Вот, мы долго собирали опять с Димочкой эту покупку. И в итоге я вам покажу через пару часов, там с часу до 4, по-моему, было написано. Отправляем заказ. Вот сейчас до 4 было написано, что привезут его. Так, а ну вот подгузники 2 пачки, листья салата, плавленый сыр, подгузники, мука, мука, сметана, курица. Все, слава богу, курица есть. Вот, а то мы сейчас зашли, смотрю, а там курицы нету. Я думаю, ну вот, как же так-то, куда она пропала у меня? Курица есть, слава богу. Все, ждем звонка. Видите, как совершенно случайно нажала. Хотела просто повернуть вот так, а получилось, что на заказ нажала. Так, приехала наша доставка. Памперсы наши. А пакетов вообще прям что-то очень мало. Получилось, в принципе, он мог и памперс сложить в пакеты. Не помню, прошлый заказ. Складывал он памперсы в пакеты или нет. По-моему, мне кажется, они были даже сложены. Тут уже экономия, уже другой человек. Вот. Ну ладно, сейчас будем с вами смотреть. Так, начинаю с вами рассматривать обзор покупок. А здесь у меня лежит мой хлебушек. Это я хотела вам рассказать то, что я пекла недавно хлебушек и записала рецепт на него, который будет в конечной заставке. Обязательно посмотрите. Хлеб получается очень нежный, он, посмотрите, мягкий, очень вкусный. Это ржаной хлебушек у меня. Не буду долго вас забалтывать. Так, ну и естественно мы заказали все ради чего, как вы думаете? Ради памперсов. Все, как всегда, опять ради памперсов. У Димочки опять заканчиваются памперсы. Вернее, вот такие уже закончились. Вот. Мы заказали 2 таких. То есть на 8-13 килограмм. Их здесь просто 48 штук. Побольше немножечко. Поэтому я их заказываю. Их мы одеваем. Ну, хочу, планирую одевать в обед, когда у него обеденный сон, он спит. И когда мы идем к педиатру, например, чтобы он там... Потому что сейчас он хитрит уже в 3 годика свои. Хочу писать там и так далее. Так, ну и, естественно, заказали 5. Хотела я их 2, но больше не было. Поэтому так вот. Мешок первый. Здесь у нас листочки салата. 2 штуки. В принципе, как и в прошлый раз, я тоже также заказала 2 штучки. Такие себе нормальные, зелененькие. А, вот этот, кстати, вот тот прям позеленее, этот не особо. Давайте его сюда поставим. О, прям хорошо встал туда. Так, и также здесь у нас молочка. Так, здесь у меня вот такой сыр с грибами. Что-то там около 80 стоил. Сметанка, конечно же. 2 пачки. Так, кстати, срок годности.
до 1 числа следующего месяца. Но мы его даже гораздо раньше съедим. Молодцы. Там, кстати, была девушка сегодня, работала. В прошлый раз мне парень звонил. Я еще боялась, что что-то перепутает, не найдет. Но нет, молодец, все нашел. Девушка работала, тоже умничка. Смотрите, все упаковано в свои мешочки. Это у нас с вами второй пакет. То есть еще вдобавок отдельные мешки. Это вот девушка упаковала. В прошлый раз парень собирал, но такого не было, конечно, чтобы еще и мешочки. Так, здесь у нас мука ржаная. Ну, я, кстати, до этого сказала, что я хлебушек испекла. Вот он, из ржаной муки. Правда, не маква, а другая, но все равно. Так, ну и, конечно же, обычная мука. В этот раз была. В прошлый раз я тоже заказывала, но ее не было. Макфа. Так, это у нас был второй. Вот у нас третий пакет. О, они такие огромные. Третий пакет. Причем они упакованы в отдельный вот такой вот большой пакет. То есть вот он ихний большой пакет упакован. Здесь у меня салфетки вискозные. Господи, где это написано? Не знаю, короче, где это написано. Блин, они мне не те взяли. Блин. Они не те взяли мне. Я, блин, ведь еще посмотрела. Вискозные. Блин. Не те взяли. Вот я так и знала. Надо было посмотреть. Они еще лежали в отдельном пакете. Я думаю, странно, почему они в отдельном пакете-то лежат. Эх, блин, а. Вот надо все проверять, а. И зачем мне вот эти вот, а? Я хотела вискозные, они по 33 рубля шли, была акция на них. Я еще сегодня посмотрела, думаю, точно вискозные? Они должны были быть вот такие вот. Она вот сама высыхает, сама вот, тут она грязненькая, сама высыхает потом и вот такими вот. Ай, обидно. Обидно за потраченные деньги в этот раз, конечно. Жалко. Жалко. Ну ладно. Пригодятся, наверное. А я еще смотрю, думаю, что-то большая упаковка больно. Ну и, конечно же, курочка. Курочка, девушка позвонила, там что-то произошло у них. Они смогли пробить курицу, говорит, вроде что-то там, не знаю. Я говорю, давайте, говорю, другую выберите. Ну давайте, это будет отдельным чеком. Я говорю, ну хорошо. Выбрала другую. Сказала, кстати, по 1,5 килограмма она... А, нет, это она первая звонила. 1,7 кг. Тоже, кстати, смотрите, упакован в отдельный мешочек. Так, и следующий какой там, я не помню по счету у нас, мешок. Это у нас арбуз. Кривенький немножко. Я хотела 2 арбуза по 3 килограмма, потому что удобно съел и все. И как бы следующий арбуз там через какое-то время как бы вскрыл и дальше поел. А тут, ну, не было, ладно. Я думаю, блин, тоже. Вот так вот, если, допустим, идти в магазин, то есть вот это бы вот все, я бы, наверное, унесла в ходки в 3-4. То есть потратила бы кучу времени, сил. А тут вот, пожалуйста. Вам же принесли домой, но, конечно, с этими салфетками я очень-очень сильно расстроилась, потому что я хотела именно вискозные, такими я не пользуюсь. Это вот очень сильно, конечно, обидно, что вот так вот случилось. И наверняка, наверное, в телефоне там написано, что я платила за те. Наверняка. Сейчас мы посмотрим. Ой, не то. Так, подождите. Салфетки. А, ну вот они. 5 штук. Вискозная, вот видите? Вискозная. То есть я ее заказала, вот она стоила 33 рубля. Вискозная. Но она тоже, но она тоже, видите, желтенькая такая. Но немножко отличается. На вид-то вот разница есть вообще-то. Тоже такая же 3 штуки, но видно. Салфетка, формат. А, ну там на ней не написано, что ли? Но все равно отличается.
Ну, девушка, видите, не заметила. Хотя, кстати, девушка, между прочим. Если бы так, конечно, поступил парень, было бы тогда понятно. А вот именно когда девушка, конечно, это не очень приятно. Поэтому смотрите свой заказ, проверяйте, чтобы было уже уж точно все на месте и взято именно то. И, наверное, в комментариях нужно было написать, проверьте потом за собой, все ли вы взяли. Ну, слава богу, хоть тут все взяли правильно. Вот, ну, ладно, бывает так, черт теперь. Вот такой у нас с вами был обзор заказа из Сбермаркета. Такой вот небольшой вроде вышел, да, у меня на 3082 рубля, то есть у меня было на 3500, а 3600 что ли. Как бы вот с памперсами, то есть еще вот такие памперсы должны были быть, но их не было. Здесь, кстати, вот памперсы 44 штуки, а вот здесь 48. Там на 4 больше, поэтому я те взяла. Памперсы мы теперь затарились, я надеюсь, что теперь надолго-долго-долго нам это все хватит. Вот, курочка. Да, кстати, смотрите. Курочки у нас мы делаем еще, я делаю эксперименты с курочкой. Ее мажу всякими разнообразными такими мазяками. И смотрим, какая она получается. Ну, там, соусы какие-то свои делаю. Какая получается корочка и насколько это вкусно. Обязательно смотрите. Также, сегодня буду забалтывать вас. Также смотрите влоги. Как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 годика уже. Также обзоры на продукты. Вот. На сметану, по-моему, уже обзор был. На памперсы вот те был уже обзор. На это тоже, наверное, буду делать. А здесь больше, наверное, может быть, еще на муку. Не знаю, буду или не буду. Обзоры на технику разнообразную. Живопись, фоны, кулинария. Там много-много всего интересного на моем канале. Мой канал называется Art Mania. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Уже следующий ролик выйдет завтра. У меня каждый день они выходят. Также ставьте лайки. Для вас стараюсь. И пишите комментарии, свои отзывы о Сбермаркете, кто заказывал, у кого что, как было, какие вообще истории. Кстати, он подъехал быстро. Он позвонил через 10 минут, но подъехал минуты за 3, наверное, было рядышком. Все, всем пока-пока. С вами был канал Art Mania.